со святой земли, да на грешную. Возвращаюсь, везу сувениры и все те же вопросы к Иуде. Не поверят, кому рассказать. Продавец на базаре по виду из здешних все кричал: «Покупайте для вашей квартиры!» И пытался всучить медный крест и Господню слезу в упаковке. Пес приблудный просился со мной со святой этой земли. Видно, худо ему. Бес так ловко запутал Гринпис, на животных сегодня цинично клюют. Ну а мне он зачем? Даже если дворняга святой, сдать собачий элитный приют? Да, у грешника грешная мысль. Пес их мокрых глазах прочитал. В этом мире я лишний, ну и жмот ты, турист. Ведь стоял у священной стены, говори, со Всевышним, и... Пес исчез, возвращаюсь, везу пылевиков, тор, может, тогда поумнее. Море мертвого соль, что еще на руках, и вину, что стоял у священной стены, представлял, что в раю, но опять весь в грехах, как в шелках. А, пожалуй, приеду собаку.